Так, ну раз у нас уже колесо теперь есть, давайте приступим к изготовлению более сложного, немножко сложнее джипа, да? Где нам придется другими инструментами работать. Итак, троечка. Объект мод. Копируем. Тоже скопируем, да, и перетащим по G на Y. Не понял. Вот так. G. Ну, вот примерно, наверное, так будет. У нас джипы, они же короткие, да? Поэтому сдвинем сейчас еще сюда по Y. Вот такой сделаем. Такая база у нас будет, да? От колеса оттолкнемся. И теперь давайте сдвинем теперь эти два колесика в стороночку. По X. Вот так. А здесь поставим платформу сначала. Сверху это будет удобнее делать. Так. Давайте поставим. То есть это будет опять же не что иное, как куб. Куб мы сейчас сразу забывелим. То есть пойдем вот сюда, скажем, модификал и bevel сделаем. Вот. Сегментов штуки 3. Так. Мы здесь 0,06. Вот так. Запомним. Можем сделать 0,3. Вот так, все хорошо. Теперь мы ее, значит, этот кубик платформы начинаем скилить по Z сначала. Сделаем ее примерно вот так, на чем все будет держаться, правильно? Так, и на ноутпаде нажмем сейчас. На ноутпаде нажмем. Собака решается. Зибн 7. И будем раздвигать ее теперь по иксу сначала. Ну, где-то вот такая, наверное, машина у нас должна быть, да? И теперь по игреку. Так. И посмотрим. Потянем, тянем, потянем по игреку. Это вот так, наверное. Да, я думаю, так будет хорошо. Ну, в принципе, мы всегда можем поправить. Так, давайте сделаем теперь немножко другой капот. Тоже из кубика. Поднимем его наверх. И растянем по оси X. Так, сейчас я вам еще раз включу этот старт. Здесь должны вы видеть, что происходит. Вот так, да, ну, мне кажется, она побольше немножко по расстоянию, по Y. Как бы вот так немного, да? На крайний случай всегда можем поправить что-то. Так, а теперь нам с вами предстоит сделать следующее. То есть пойдем. Что так выглядит? Вот. То я смотрю, что-то не то. Мы пойдем сейчас с вами в редактор, выделим вот эти две грани.
вот эти вот. И начнем их Ctrl-B. Bevel делать и в то же время это увеличивать колесиком вот эти. Хорошо, здорово. Теперь настанет время Ctrl-R. Я хочу вот здесь провести грань вот так, да? И теперь уже перейдя к полигонам, вот этот полигон R на так, по Z, ну по Z я говорю, чего не слушаемся-то. Так, сейчас смотрим. Ну да, экструд. Все правильно вроде бы как. Z. Давайте перейдем в троечку сейчас. Так, и экструд. Вот. Экструд сделали. Хорошо. И вот эти две грани. На ребрах пройдем. Вот эти две грани. Да, в общем-то, все четыре, я думаю, надо. Тоже Ctrl-B. И чуть-чуть закруглить. Вот так. Хорошо. Также закруглим вот это. Нажмем Alt. Выделили все. И Ctrl-B. То же самое. Закруглили. Чудно. Так, ну, тогда придется и здесь круглить. Не хотелось бы, но придется. Alt. Нажимаем Alt. Ctrl-B. Круглим. Ну, аккуратно круглим, так, чтобы... Там есть кое-какие бяки. Видите, вот там появляется. Вот это я как раз не хотел. Но куда деваться. Пускай чуть-чуть будет скруглено, да и все. Если что. Вот такой у нас... Угу. А теперь нам нужно в этот раз уже бампер. Бампер делаем, конечно же, лучше всего делать из кубика. Выдвигаем по Y. Вот так. Ну а тут уже идем в троечку, начинаем над ней издеваться. Так, вот такой бампер. Теперь мы его по оси Y. Поскилим. И по оси Z. Слишком большое. Вот так. Ну а дальше, естественно, сверху, если посмотреть, мы видим, что он меньше, да? Поэтому подвигаем по Y. Сначала вот сюда подводим. И здесь S, вы уже догадались, по... Сдвигаем вот так. Так, ну такой он не должен быть, конечно, поэтому мы выделяем вот эти два ребра и Ctrl-B. Начинаем скруглять. Вот так нам будет вполне достаточно. Так, теперь мы что, попались опять на эту удочку, что ли, или что? Объект мод, ну да, мы прилепили его насмерть, а это нам не надо. Сейчас объект мод, вот этот надо удалить. Видите? О, о-о-о, о чем я и говорю. Эх, я все время забываю про эту странную особенность в объект так убрать. Угу. Он уже слепился в самом начале. Так, ну хорошо, ладно. Мы же учимся в конце концов, правда? Так, давайте мы лучше сначала edit. Вот этот выделим и немножечко поскилим его по Y. Хорошо. Даже чуть-чуть побольше можно.
потому что будет упираться в бампер здесь. Хорошо. Вот теперь убираем выделение, да, делаем mesh сразу же в виде кубика. Выводим его по Y, вот так, и начинаем издеваться над ним. То есть сначала по оси X растянем его до нужной длины, так. Теперь по оси Y сделаем с него вот такой бампер. Теперь нам нужна высота, естественно. С высотой то же самое. Я думаю, что вот эта высота будет нам как раз. Вот это. Хорошо. Двигаем его. Хотя нет, пока не двигаем. Переходим в Editor Mode. Выбираем вот эти два ребра. Но сначала, я чувствую, здесь могут быть уже какие-то проблемки. Поэтому мы зайдем в этот мод, уберем все, запомнились, какие здесь All Transform. Вот, теперь должно быть нормально. Выделяем здесь, вот так, подождите. Выделяем здесь, шифтом выделяем здесь, Ctrl-B. И тянем. О, ничего хорошего. Видите, он тянется с одной стороны. Это какой-то баг у этого бевела. Так, еще раз пробуем. Идем сюда, объект выделяем, объект Apple Alt Transform. Все, вроде как должно получиться, да? Так, теперь выделяем 2, Ctrl-B. Вот, видите, теперь оно скругляется не по одной стороне, а по двум. Вот такой баг. Говорят, в следующей версии его уже нет. Ну, мне пока некогда этим заниматься. Поэтому я как бы сейчас просто выберу. И еще раз Ctrl-B. И немножко его вот так закруглю. Все, замечательно. Это вот хорошо работает в этой штуке. Вроде как. Тут какая-то получилась бяка, да? Нет, нормально, в общем-то, нормально, ничего страшного. Так, давайте мы ее теперь в объект мод G, Y и посадим на место. Вот тут оно должно быть. Вот так. Может быть, чуть-чуть отодвинуть слишком близко. Вот так. Вот. Вот, все. Хорошо. Так, у нас появился с вами капот. Так, фары мы потом сделаем. И теперь нам надо сделать следующее, чтобы понять, как это будет все выглядеть. Нам надо поставить кресло и лавочки. Сейчас сделаем кресло. Ну, эти сиденья и все прочее мы начнем клепать уже в следующем видео. Потому что большие видео не люблю, у меня почти 40 минут забрала первое. А эту мы разделим уже. Хорошо? Договорились.